Доброго дня усім глядачам, бажаю я і колектив програми «Власний погляд». Ми продовжуємо ознайомити вас із відпочинком по-італійськи. Сьогодні ми розповімо про 9 переваг курортів Італії або 9 підстав, чому варто обрати саме цю країну для відпочинку. У нашій студії регіональний директор в країнах Східного партнерства італійських курортів «Форте Віледж» та «Кастел Монастеро» Наталі Гур'єва. Доброго дня. Добрий день, Олександр. Пропоную звернути окрему увагу на кожну із 9 переваг італійських курортів і почнемо, певно, що з головного – це море та пляжі. Відомо на весь світ, що Італія з усіх, майже з усіх боків омивається різними морями, окрім півночі. І що пропонують італійські курорти, зокрема ті курорти, які ви представляєте для любителів саме пляжного відпочинку? Скажу сразу, це рай. Александр, Сардинию называют европейскими Мальдивами. И это не случайно. Красота Средиземного моря и свой собственный пляж Форте Вилледж, в котором мягкий, такой легкий, очень светлого бежевого цвета песок и комфортный вход в море позволяет абсолютно спокойно отдыхать на пляже, расслабляться и взрослым, и детям. Тут скептики можуть сказати, чим, власне, пляжі Італії краще за інші. Краще за інші. Ну, я би назвала пляж піщаний і дуже комфортний вхід в море одною з причин, чому вибирають відпочинок на курорті Форте Вілледж. Тому що рай не може состояти тільки з одного пляжа і з природи, але пляж уникален тем, что в нем, во-первых, работает служба консьержа. То есть, приехав на курорт на неделю, две, на месяц, вы можете забронировать свои лежаки, и они будут закреплены за вами. Будут работать, естественно, услуги пляжных и приносить вам напитки и развлекать. Заниматься можно даже спортом, пляжным волейболом на пляже. Ну, это одна из причин, почему выбирают курорт Форте Вилледж. Ну, от інша причина – це, звісно, кухня. Вона відома на увесь світ італійська, я маю на увазі. І вона, зокрема, дуже популярна в Україні. От що, які її особливості? Отдых по-итальянски, конечно, немыслим без еды. И у нас работает 21 ресторан. От обычной пиццерии или бистро до ресторанов высокой кухни. Это ресторан Гордона Рамзи, Джан Карло Парбеллини, Рока Яноне, ресторан Бельведере, в котором шеф-повар Антонелла Рус в прошлом году получил звезду Мишлена. А сейчас, вот в июле, в августе, можно совершить ну, практически кругосветное путешествие, потому что мы собрали лучших шеф-поваров со всего мира, и вы можете попробовать кухню бразильскую, индийскую, японскую, ну и, конечно, сардинскую. Она отличается, наверное, прежде всего морскими продуктами. Каждое утро в 4 часа утра наш шеф-повар едет на рыбный рынок в Кальяри и покупает свежайшую рыбу буквально из лодок. Именно это позволяет приготовить ту вкуснятину, которую потом наслаждаются наши гости. От завтрака, кстати, завтрак предполагает собой не только кофе и круассан, как, в общем-то, в очень многих европейских странах. Мы бачимо кулінарію. Да, это хочу сказать, что на всех фотографиях, на всех видео, которые мы видим, не присутствует фотошоп. Это натуральные краски, это натуральные продукты. У нас ведь есть даже свой огород. То есть каждый шеф-повар, а представьте, их 80 шеф-поваров, которые во время сезона работают на курорте, и каждый из них имеет чуть ли не свою грядку, на которую он может прийти и сорвать ту или иную траву, и это будет той изюминкой, которая потом вызовет бурю восторга. Чи правда, що кожного вечора оці згадані вами шеф-кухарі балують якимись кулінарними шедеврами, і щовечора це різні кулінарні шедеври? 100%. От в этом 21 ресторані, в который гості можуть пойти і поужинать, во-первых, во-первых, представляется меню каждый вечер разное. Есть меню а-ля карты. И невозможно удержаться, я сейчас с вами говорю, текут буквально слюнки, невозможно удержаться от восторгов, это правда. А
абсолютно любые отзывы, которые есть о кухне Forte Village, они включают в себя то, что гости говорят: «Боже мой, как это вкусно!» И даже в нашей обычной пиццерии, где в дровяной печи приготовят пиццу от простой маргариты до пиццы, например, с морскими ужами, или ту же пасту фрегола свежайшие, и мы практически на 80% используем местные продукты, то, чем богата Сардиния, то, чем наполнена эта земля. От інша перевага, зараз ми теж можемо бачити, це спорт. Що передбачено для любителів активного чи навіть екстремального виду відпочинку? Александр, правильный очень вопрос. И это одна из причин, по которой гости возвращаются в Forte Village. Спортивные академии, профессиональные спортивные академии – это то, что есть на курорте Forte Village и нет или копируется другими какими-то отелями. Что такое профессиональная спортивная академия? Это возможность заниматься тем или иным видом спорта с чемпионами мира, с олимпийскими чемпионами. У нас работает футбольный клуб «Челси», работает академия гольфа, знаменитая британского клуба «Вентворс», который почти уже 100 лет, академия крикета, академия пола, академия баскетбола, академия бокса, академия плавания, академия велоспорта. Тобто для... це можливість потренуватися із зірками, світовими зірками спорту, так? Да, да, можно пройти групповые занятия, участвовать в групповых занятиях, можно заказать индивидуальные занятия, например, также работает диетолог, знаменитый английский Мэтт Робертс, которым можно создать свою индивидуальную программу вместе с ним. Что интересно, понятно, что взрослый или ребенок, уже идя на Академию спорта, владеет какими-то знаниями или знает что-то, или играл, занимался. Чемпионы позволяют разгадать их секрет, они делятся с этим, этими своими секретами. Ведь так же точно, как и в кухне, так и в спорте, кроме мастерства, есть еще какой-нибудь маленький секрет. Вот этими секретами делятся наши спортсмены знаменитые мирового уровня в спортивных академиях. Переходимо до экзотики. Таласотерапия. У чому особливість цієї переваги? Таласотерапия. Это, пожалуй, вы знаете, итальянцы знают, умеют и отдыхать, и знают, и умеют, и любят жизнь. Вот таласотерапия – это терапия, основанная прежде всего на дарах моря, морской воде, морской соли. У нас комплекс таласотерапии, также и весь курорт, я еще не сказала, когда мы говорили о пляже, что это 27 гектаров ботанического сада и соснового леса. Вот в этом райском уголке расположено сердце релаксации, что ли, таласа дель форте, таласа спа. Маршрут из 6 бассейнов. В нем вода концентрации соли, как в Мертвом море. В него же добавлены разные витамины, полезные вещества. И человек проходит этот маршрут приблизительно за 1,5 часа, находясь 10, 15, 20 минут в том или ином бассейне. Но поверьте, 1,5 часа, и выходишь просто новым, ну, обновленным человеком. Уходит усталость, уходит стресс. У нас же восстанавливаются спортсмены. Очень многие итальянские футболисты приезжают и восстанавливают свои силы именно в нашем таласа-спа. Еще одна экзотичная особливість відпочинку в Италии – это аюрведичная медицина. Какие хвороби можно підлікувати чи пройти якийсь профілактичний курс? Вы знаете, у нас вот в этом же таласа-центре такой выделен уголок, что ли, специально для аюрведических программ. У нас работает врач, который обладает этой техникой. Вы знаете, программы аюрведические можно расписать в зависимости от того, что необходимо человеку. Это могут быть просто массажи от Ширадары, да, или какой-то комплекс именно аюрведических программ. Аюрведа сейчас и диета в том числе. Аюрведа очень популярна в мире, поэтому ею также можно заняться в нашем таласа-центре и заняться йогой, конечно, и групповыми занятиями, и индивидуальными, даже флай-йогой. Тобто це цілком для усього організму, так? Да, да, да. Українці переважно відпочивають родинами і дуже полюбляють у часи відпочинку брати із собою дітей. Що на ваших курортах передбачено для маленьких туристів? Ой, звичайно, Олександре. Я скажу так, що на курорті Forte Village, якщо уж хтось є головний, так це діти.
это однозначно, это не поддается никаким сомнениям. У них есть свой город. То есть это империя, я бы так сказала. Империя почему? Потому что детьми занимаются профессиональные педагоги, профессиональные учителя. То есть они, дети, изучают английский язык, они лепят, они рисуют, у них свой ресторан, у них свои кулинарные классы, у них свой поезд даже есть, локомотив. И вы знаете, уже по откликам, опять же, наших дорогих гостей, знаю на 100%, что мамы и папы переживают только в первый день, когда они отводят ребенка в детский клуб. Потом дети не хотят оттуда уходить. Ну о чем это говорит? Это говорит о том, что дети полноценно отдыхают и развиваются, а в это время родители имеют возможность спокойно выдохнуть, отдохнуть, перевести дыхание. Ну а домик Барби для девочек это просто вот с прошлого года работает настоящий домик Барби корпорации Мартель, где настоящая Барби, и можно те же программы пройти вместе с мамой, будут учить мейкапу или заниматься какими теми же таласа процедурами вместе с мамой или отдельно ребенок. То есть это очень-очень здорово, и детки разделяются по возрастным категориям. Кто главный Форте Вілледж, это однозначно дети. Тобто дійсно безмежна казка, як називає Форте Вілледж свої розваги для дітей. Сьома перевага, вона виключно для дорослих. Це шопінг та нічне життя. Ну і з шопінгом все зрозуміло, тому що Італія, вона відома на весь світ своєю модою, безліч магазинів і навіть паломництвом шопоголіків. А от що, які переваги передбачені для тих, хто полюбляє саме нічне життя? В Форте Вілледж є вибір, скажімо, якщо говорити, вибір во всьому, як ми говорили вже, в таласотерапії, в футбольних академіях, в виді відпочинку, який можна вибрати, точно так же і нічна життя. Якщо ви хочете бути серед людей, якщо ви хочете так, как мы говорим, потусоваться, пожалуйста, вам прямиком на площадь Марии Луиджи, где каждый вечер проходит концерт, конкурсы, фэшн-показы. Здесь можно с бокалом просекко или ликером мирты прекрасно провести остаток своего ужина, потанцевать, в конце концов. Можно попеть на караоке, можно потом с площади Марии Луиджи переместиться в Лежерленд на дискотеку. И вместе с тем есть очень романтичные бары на берегу акватика Форте Фортиссимо, где в такой кулуарной атмосфере уже очень камерно также будет играть романтическая музыка живая, но вы будете слушать и ветер, и звук прибоя. В этом выбор. Ну, а если говорить о шопинге, все итальянские бренды знаменитые представлены в бутиках, которые расположены также на площади Марии Луиджи, Валентина, Дольче Габбана, Лора Пьяна, всех не Сантони, был в горе, всех не перечислю, потому что это действительно практически основные все. Шопинг в расслабленной атмосфере, то есть это не забег по магазинам с кульками, а где можно вечером прийти с любимым человеком, посмотреть, выбрать, поговорить со стилистом, который предложит, может быть, совершенно новый лук, который, возможно, изменит вашу жизнь. Розвагам ви надаєте особливого значення і ставите як в окрему перевагу. От що, крім вищезазначеного, ще може розважити гості курортів Італії? Ой, Саша, это точно. Итак, гости курорта у нас занимают... Во-первых, они идут на пляж, да, они могут отдыхать на пляже, они идут в спа. У нас 10 бассейнов, у нас 10 теннисных кортов с разным покрытием. У нас картинг, представляете, то есть можно либо вместе с друзьями, либо командами заняться картингом и посоревноваться в конце концов. У нас боулинг, у нас доска для скалолазания, у нас можно провести занятия йогой, да, мы уже об этом говорили, посетить 21 ресторан. У нас можно поехать на яхте, на лодке, потрясающий юг Сардинии, такой красивый, буквально, ну, выехав там 10-15 минут на яхте, попадаешь в этот морской красивый мир, из которого просто не захочется возвращаться. Можно провести, конечно, и ланч на берегу яхты, отпраздновать событие какое-то. Можно играть в футбол, можно заняться... Чем еще можно заняться? Ну, на отдыхе.
шопинг говорили, ночную жизнь говорили. Вы знаете, наверное, заняться у каждого ведь свое понятие отдыха, и каждый выбирает. Усього вище зазначено, мабуть, вистачить не на один тиждень. Ви знаете, да, я увидев вот недавно совершенно коммуникацию от коллег о том, что даже мы предлагаем визиты в оперный театр в Кальяри, можно посмотреть Турандот Пуччини. Ну, трудно представить, чего нет, что не предлагается гостям на курорте. Час у нас, жаль, все меньше и меньше. От остання дев'ята перевага, яку б я особисто поставив на перше місце, це безмежна зелень та природа Італії. Розкажіть коротко про ці безмежні сади, якими оточені, які оточують курорти Італії. Форте Вілич знаходиться на 27 гектарах. І 27 гектарів – це сплошний ботанічний сад. Це 2000 рослин, це утопаючий сосновий бор. Если говорить о нашем втором отеле, это Кастел Монастера, который находится в Тоскане, он окружен виноградниками, полями, теми же лесами. Это в сердце региона Кьянти, который, ну, там нет пляжа, да, но там есть те преимущества, ради которых гости приезжают и в Тоскану, и в Кастел Монастера. Они с удовольствием посещают такие города, как Сиена, Флоренция. Они с удовольствием посещают винные погреба, винодельни. Они посещают и те же рестораны. У нас есть ресторан Гордона Рамзи. Точно так же Таласа, спа, можно заняться йогой. Йога в Тоскане с 360 градусов вью, как мы говорим, это потрясающе. Это то место, где не захочется включать ни телефон, ни планшет, ни компьютер. Ну и главное для тех, кого вы сейчас своими розповідями вразили, действительно вразили, это как дістатися, чи є прямые рейсы из Украины, как часто? В августе есть прямой рейс по средам, он будет работать до 3 сентября, и, конечно, конечно же, ваш итальянский отдых начнется с лайнера итальянской авиакомпании Alitalia. Как только вы пересечете борт самолета, вы почувствуете вот это гостеприимство Made in Italy. И мне, конечно, очень хочется, Александр, спасибо за вопросы, за программу, поблагодарить тех гостей, которые уже у нас отдыхают, которые планируют свой отдых и которые, возможно, мечтают уже об своем отдыхе в отеле Forte Village на юге Сардинии или в Кастел Монастера в Тоскане. Мы ждем, мы очень рады видеть и с нетерпением ждем новых и новых встреч. Ну а те, кто мечтает, мечты сбываются. Ну, в свою чергу, я вам дякую за цю дивовижну атмосферу Італії у нашій студії. Ну і будемо сподіватися, що дуже скоро кожен українець зможе оцінити усі ці переваги, про які ми згадали, на власні очі. Fingers crossed, як говорять англічани. Спасибо, ждем. Нагадаю, гостею студії «Власний погляд» була регіональний директор в країнах Східного партнерства італійських курортів «Форте Віледж» та «Кастел Монастеро» пані Наталі Гур'єва. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.